Почему именно моя дочь? Мама! Ну стой, Кумико! Сначала мы, а теперь и ты тоже. Неужели ты бросишь Харуку? Отец! Я знать не желаю эту девочку. Женщина, да как ты смеешь так говорить? Мама, стой! Обещаю, я больше не буду тебя расстраивать. Я все сделаю, и готовить, и убирать буду. Пожалуйста, мама, не надо. Лучше бы я вообще тебя не рожала. Что я скрываю за собой, скрываю за мечтой? Все те минуты, что мы вместе провели с тобой, все те слова, что ты мне говорила перед сном. Я не забуду семью, не забуду свой дом. Мне все больнее понимать, что ты далеко, осознавать, что ты не рядом, нелегко. И я молю Аллаха, чтобы ты пришла ко мне, как раньше обняла жало к себе. Чем дальше мы с тобой, тем сильнее боль в груди. Не уходи, прошу, мама, не уходи. Останови секунды, чтобы я могла успеть сказать на ушко, я больше не могу терпеть. Не уходи, прошу, я здесь. Совсем одна, вокруг меня дожди и слезы и тишина. Я поднимаюсь с колен, смотрю на встретиться с тобой сейчас. Не уходи, прошу, я здесь.